Почему количество киберпреступлений продолжает расти? Какие схемы с использованием информационно-телекоммуникационных технологий применяют злоумышленники? Кто такие дропы? И грозит ли уголовная ответственность за соучастие в дистанционном мошенничестве? На эти и другие вопросы отвечает заместитель прокурора Куйбышевского района города Самары Алексей Фомин. Смотрите программу «Прокурор в теме» 9 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».